С предложением об отмене критерия нуждаемости актив многодетных семей обратился к главе региона. Алексей Русских поручил подготовить соответствующие изменения в областное законодательство. Для родителей трех и более детей новые правила – это возможность получать льготы вне зависимости от их доходов. Напомним, ранее на них могли претендовать только нуждающиеся семьи, чей средний душевой доход ниже прожиточного минимума. Новые правила коснутся двух социальных выплат. Мы неоднократно встречались с многодетным сообществом, и самое главное, на что делался акцент, это то, чтобы не распространялся критерий нуждаемости на компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, и очень востребована была компенсация выплата на приобретение школьной и спортивной формы для всех школьников, которые воспитываются в многодетной семье. Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года. Многодетные родители не случайно предложили убрать критерий нуждаемости именно в этих категориях. Оплата коммуналки – одна из самых дорогостоящих статей расхода семейного бюджета, ровно как и покупка школьной формы. Инна Фахрутдинова, мама четырех мальчишек, призналась, ребятишки растут очень быстро, а из этого вытекают ежегодные траты на обновление детского гардероба. Нас поддерживают, нас слышат и прислушиваются, и как бы учитывают наше мнение. И хотелось бы, наверное, сказать от себя, что те родители, которые еще не успели подать заявление на госуслугах, именно на школьную форму, лучше подавать после 1 сентября. Так как в силу вступит и увеличение размера компенсации на покупку формы с 2 до 3 тысяч рублей на ребенка. Как отметили в Министерстве социального развития, этим поддержка многодетных семей не ограничивается. Это с 1 сентября у нас появляется компенсация за выплату за содержание жилья. Это распространяется на тех, кто проживает в многоквартирных домах и несут затраты на текущий ремонт, на все, что связано с лифтовым сервисом и так далее. Всего на данный момент в Ульяновской области действует больше 40 мер социальной поддержки, получателями которых выступают семьи с детьми. Александра Никитина, Олег Тоньшин, УПРАВДА ТВ.